Парящие ястребы, совы, чибисы, плавающие лебеди. Экологический музей в агрогородке Краснодворцы посвящен пернатым обитателям Беларуси промышленного птицеводства. Здесь можно увидеть более 100 уникальных экспонатов, иллюстрирующих все природное разнообразие видов. Открыли музей еще в 2008 году, но только 2 года назад начали проводить экскурсии и принимать гостей. Вместе с руководителем музея школьники разрабатывают экспозиции, собирают информацию о пернатых, сами проводят экскурсии. Детям нравится. Очень. Они любят сюда заходить, и когда даже предупреждаю, что экскурсия, они уже готовы все уроки пропускать, лишь бы только пойти, представить, рассказать. Им нравится рассказывать, нравится встречаться с другими детьми из других школ, видеть, как они воспринимают, видеть вот этот блеск, интерес в глазах экскурсантов. Ну и, наверное, ощущать удовольствие от того, что они сами проводят экскурсию. Музей птицы Беларуси и промышленного птицеводства – самый большой по количеству экземпляров в Беларуси. Здесь птицы разделены по экспозициям – дневные и ночные хищные птицы, водоплавающие, птицы леса, воробьиноподобные. Всего в музее представлено 81 семейство. Отдельно размещены 4 экспозиции промышленного птицеводства. Здесь же представлены и такие вымирающие, можно сказать, да, это виды птиц, как лебедь-шипун, да, черный дятел. Также представлены чучела птиц года Беларуси, не всех, но некоторых из них. Туризм и краеведение, да, детей и молодежи Солигорского района разработал маршрут «Солигорщина сегодня и вчера», в который входит и посещение нашего музея. Сегодня в музее пополнение. Появилось 7 новых чучел птиц. Это пернатые, которые селятся возле домов, и птицы леса. Как отмечают педагоги, подобные музеи помогают детям привить любовь к природе, окружающей среде, познакомиться с обитателями фауны. Сегодня экологический музей включен в маршрут туристической базы по Солигорскому району. Так, в прошлом году его посетило более 800 человек.